Всем привет, друзья! С вами Городничук Александр. Друзья, скажите, что мы знаем о детях, которым исполнилось 2 года? Представьте себе этого маленького ребенка, который совсем недавно научился ходить, который разговаривает совсем да невнятно, который еще памперсы не снял, в лучшем случае подружился с горшком. А посмотрите на этого тайца в 2 года, который растет при клубе, у которого отец тренер. Давайте посмотрим. Для начала мужик поест, а потом и тренировка. Сиен знает, что если скрутка не получилась, нужно бить с локтя. После ударов коленями нужно делать скрутку. А вот так, друзья, тренируется непробиваемый корпус тайца. Так, на секундочку, друзья, это саньчай кик. То есть у ребенка уже есть представление об этом ударе. Представляете, как он его будет бить в осознанном возрасте. Также в лучших традициях работа в ринге, в перчатках, как вы видите, у Сиена есть свои перчатки подходящего размера. Посмотрите на его удары руками. Ребенку 2 года, а он уже старается вставлять массу тела в удар. Да, пусть это не на 100%, но все же, представьте, какой удар будет в будущем. Сиен берет пример со взрослых и старается ими наступать. И золотое правило тайского бокса в конце раунда 20 мидл-киков на каждую ногу. А работает Сиен раунды по 2 минуты. Ну а как же без кроссфита? Юный воин берет пример с ребят, которые занимаются в спортзале, и старается все повторять за ними. Друзья, как вы считаете, такое воспитание правильно или нет? Рано ребенку или нет? Жду ваших комментариев.
Вот так, друзья, выглядят будни Усьена, которому исполнилось 2 года. Не удивляйтесь, если он сделает свой первый нокаут с локтя на профессиональном ринге в 5 лет. А если вам интересно потренироваться вместе со Сьеном, это клуб Ультра Муэтай. Обязательно поставьте ссылку в описании под этим видео о спортивных турах в Таиланде. А так, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр. До скорых встреч!